И практика показывает, что как только появляется должность президента в тех странах, где нет политической культуры, люди начинают молиться на этого лидера, и через какое-то время этот лидер становится таким чуть ли не богом, у него абсолютная власть, ему подчиняется все. Вот иногда я, например, думаю, потому что ко мне обращаются, может нам вообще монархию создать, и потом пусть парламент там будет. Может, с этой идеей референдум обратиться к народу, если уж предлагают. Ну, правда, думаю, зачем мне это надо? В этой связи мы предлагаем построить парламентскую форму управления, когда премьер-министр назначается парламентом, депутатами, когда министры назначаются депутатами, если завтра премьер-министр работает неправильно, показывает плохие показатели, то депутаты его отстраняют от власти в один день. Никаких процедур импичмента, ничего не надо. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократические выборы Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в «Демократический выбор Казахстана».